Россия проиграла Киев за 3 дня в 2022 году, но сейчас фаза сражения на истощение такова, что закончиться может все и у всех, пишут западные СМИ. Так ли это и что может повернуть ход войны, разбираемся в этом видео. Дефицит боеприпасов в Украине спровоцировал противоречивые выводы западных СМИ о дальнейшем ходе войны. Киев пытались склонить к переговорам с Россией. К тому же информация о том, что Кремлю хватит ресурсов воевать еще 5-6 лет, только усиливала накал. Однако Конгресс США на днях одобрил отдельный пакет помощи Украине. Любое оружие – это про кровь, но с другой стороны это про большие деньги. И мы видим, что Европа вливает очень большие деньги, в частности Германия, Франция, в свою промышленность именно в этом секторе. Соединенные Штаты, вот подписав помощь нам вот совершенно недавно, они влили или вольют после голосования Сената большую сумму в свой ВПК. Поэтому тезис о том, что оружие закончится, ну, на самом деле, как по мне, он очень-очень такой оценочный. Номенклатуру оружия, которую подавал Киев, Вашингтону одобрили. Оно уже находится в Европе и ожидает передачи Украине. А також додатково будуть готовитися спеціалісти, це як екіпажі, так і оператори, так і офіцери, командири відповідного рівня, сержанти, висококваліфіковані спеціалісти, тобто весь спектр людей, військових, які будуть обслуговувати цю зброю, використовувати її, ремонтувати, застосовувати, передавати досвід іншим підрозділам, іншим спеціалістам. При этом быстро и надежно закрыть небо над Украиной и отвоевать преимущество у российской авиации не получится, даже при условии появления в ВСУ первых F-16, говорят эксперты. Эта война должна быть выиграна высокоточным оружием. То есть не количеством, а качеством. Вот здесь могут быть вопросы, но я думаю, ВПК наших партнеров, в том числе и наши, потому что у нас подписано несколько соглашений, если не ошибаюсь, на сегодняшний день 9, о двустороннем сотрудничестве и безопасности, да, то в большинстве этих соглашений присутствует сотрудничество в производстве нового вооружения на территории Украины или на совместных предприятиях. Поэтому, если есть война, будет оружие. В начале года Европа согласовала 50 миллиардов евро помощи Украине. Не все деньги пойдут на закупку вооружения, но есть страны-союзники, которые поставляют боеприпасы и технику, не афишируя этого. Звичайно, что Россия теж не сидить, склавши руки. Ми бачимо, наскільки жорстко вони намагаються зараз атакувати, використати оце вікно можливостей, спроможностей, які вони мають до моменту поставки зброї від наших союзників в Україну. Вони також намагаються вибудувати якусь лінію своїх союзників. Це і Іран, це і Північна Корея, і там частина африканських країн, і також Китай через треті сторони, чи через підставні фірми, чи навіть через треті країни допомагає Росії, бо навіть знаємо, що представник США буде мати зустріч у Китаї з керівництвом цієї країни для того, щоб вони припинили обхідними шляхами підсилювати Росію. На примірі допомоги Україні США демонструють всьому світу, що являються надіжним союзником, придерживаються договоренностей, говорять експерти. Україні еще предстоит тяжелая борьба с агрессором, но запас мощности увеличивается. Если нам передаются, например, снаряды, и мы их используем, да, то мы за них уже не платим, потому что их нельзя вернуть ни в каком качестве. Если у нас есть боевая техника, которая прошла все боевые невзгоды и осталась целой, и на ней можно ездить, ее можно использовать, то она будет или оставлена у нас, и тогда мы за это заплатим, или она возвращена тем же американцам, или, ну, в нашем случае американцам, да? И на этом как бы история закончится. Путин и его окружение не признают свою неэффективность в войне, говорит Иван Тимочка, поэтому не отступят. После проигрыша в так называемой битве за Киев за 3 дня Кремль сконцентрировал свои силы на захвате Донецкой области, ракетном терроре мирных городов и ударах по энергообъектам. Потрібно всім розуміти, що Росія буде триматися до останнього зі сил, хоча б тому, що
режим Путіна розуміє, що з програшем війни в Україні, навіть відступом з України, для нього це нерівнозначно не просто поразці, для нього це рівнозначно втраті впливу в Україні, бо щойно російські війська почнуть відступати, зразу виникне питання всього російського населення, чому ми програємо, для чого були потрібні всі ці жертви. Морской флот и авиация РФ претерпели серьезных потерь. Сейчас россияне ограничены даже не количеством бортов, а количеством корректируемых бомб. Тем не менее, небо над Украиной не закрыли, так как в Израиле во время атаки Ирана. Израиль является, скажем так, внеблоковым и особым партнером НАТО. Это один из моментов. Потом у него есть соглашение о безопасности с Соединенными Штатами. И я так подозреваю, есть соглашение с теми государствами, над которыми летели БПЛА и ракеты. И потому так все произошло. Помимо преимущества в небе, Россия наладила производство дронов, покупает боеприпасы у Северной Кореи и поставляет комплектующие для ракет через третьи страны. Російські союзники – це не є високотехнологічні країни, це не є країни, скажімо, з високим рівнем життя для громадян. Тому Росія буде тільки деградувати. Навіть питання в тому, чим довше вона буде затягати війну, тим більше деградація, власне, очікує її. Вона підсанкційна країна. Ті тисячі санкцій, це в прямому розумінні слова, це є вже біля 20 тисяч уже, рано чи пізно вони вдарять по російській економіці і не дадуть їй піднятися. Це просто питання в часі. Киев готов подписывать режим тишины, мирные договоренности и прочие планы по урегулированию так называемого конфликта только при условии вывода российских войск с украинских территорий. Поэтому война будет продолжаться, говорят эксперты. С Украины начнутся проблемы в мире. Тут метастазы будут разбрасываться по всему миру. Нужно остановить Путина, и не будет проблем у Израиля, и не будет проблем у Южной Кореи, Японии, потому что диктатура увидит, что демократия сильнее. Украина платит высокую цену за борьбу с агрессором. В свою очередь, россияне в соцсетях радуются потерям на фронте, гибели мирных жителей, которых называли братьями. Российские добровольцы из РДК, Легиона Свободы России и Сибирского батальона выступили против и перешли на сторону вооруженных сил Украины, чтобы бороться с оккупантами на своей земле. И він буде намагатися зараз вижати максимум з російської армії на східному напрямку України. Звичайно, що в свою чергу і ми будемо протиставляти їм свої наявні сили і засоби. У нас теж достатньо сильно досвідчене і фахове командування. І все-таки, як свідчить зараз по крайні події, що ми і маємо довіру і підтримку в країнах Європейського Союзу, і в країнах НАТО, і в Америці, які попри свої навіть політичні амбіції все-таки погодилися допомогти Україні. Кремлевские СМИ неохотно освещают рейды в Белгородскую и Брянскую области, но жители этих регионов видят собственными глазами плоды так называемой СВО. А российским командирам вскоре может придется перебрасывать подразделения с украинских фронтов на свои, что также поможет изменить ход войны в пользу Украины, говорят эксперты. Оружие нынешней войны – это не лук и стрелы. Это нельзя найти на просторах широкой и могучей некогда Российской Федерации. Там нужны для высокоточного вооружения нужны чипы. Чипы производят не так много стран, но они попадают в Россию в виде холодильников, стиральных машин, игрушек, чего угодно, да, серого, скажем так, экспорта. Если Запад примет решение не зарабатывать на войне, то Россия лишится высокоточного оружия, говорит Олег Лесной. А вместе с оружием закончится и так называемая вторая армия мира. Россия за эти два года войны витратила коштів стільки на ведення бойових дій, що могли би кожному росіянину дати по 1 200 000. Тобто ми розуміємо, що враховувати, скільки там росіян, що по суті вона вже витратила коло 6-7 мільярдів доларів на цю війну, а кінця її немає. А це величезні, це просто гігантські кошти. Це кошти, які Росія витягає, забирає від свого населення. Учитывая заморожені активи в США, росіяни теряють і дополнительний заробіток, і благодаря
блага, не учитывая репутационных потерь и возможности зарабатывать на международном рынке. А за ленд-лиз будет платить не только Украина, но и Россия. В Конгрессе США проголосовали за передачу российских активов США в пользу Киева. Нам важно знать ваше мнение. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Новости Донбасса», чтобы не пропустить главное.